В историко-краеведческом музее все лето будет работать выставка «Пушкин. Наше все». Открытие поддержали своим присутствием активные бабушки и дедушки Одинцова. Традиционно пришел и депутат окружного совета Михаил Солнцев. Он всегда помогает городскому музею. Два чувства вечно живы в нас. Они дают для сердца пищу. Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. Это только Пушкин мог написать. Одну из своих работ на выставку предоставил одинцовский член Союза художников России Петр Чеканцев. Картину свою он написал не вчера и даже не позавчера, до ковида и до СВО. Ну, эта картина, прежде всего, иллюстрирует его строки «Давно устал раб, задумал я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег». И она выражает мое восприятие нынешней действительности, когда вот эта тревожность, вот это СВО и так далее. Работа Чеканцева 2015 года гармонично смотрится рядом с картиной, которая еще пахнет свежей краской. «Дама пик», автор Геннадий Дубровин. Так разместите рядом экспонаты, чтобы они сочетались друг с другом. Настоящий талант куратора, который составляет выставку. Рифма Чеканцева с Дубровиным – лишь одна из находок искусствоведа Анны Солдатовой, которая и собирала экспозицию. Очень удачно, что на этой выставке у нас есть не только образы Александра Сергеевича, но и его персонажей. Очень интересные работы с иллюстрациями к Онегину живописными. Это работы этого года, они специально создавались как раз к этому проекту. Как это работает? Вы можете почувствовать себя прогуливающимся по пушкинской Москве. Вот Тверской бульвар, развернулись, фасад английского клуба. Вот подряд несколько видов Голицынской усадьбы и пушкинских мест в Захарово. Видно, что каждая картина занимает продуманное место, и соседство очень точно подобрано. Все вместе это действительно выглядит как свежее слово о Пушкине. Кроме живописных полотен, представлены и скульптурные работы из фонда музея. Можно в очередной раз удивиться потрясающей наблюдательности Вениамина Бабурова, который в хаосе древесины умел разглядеть неслучайные черты. На выставке представлены 27 живописных полотен и 9 скульптур. Ровно столько поводов, чтобы посетить музей и соприкоснуться с гением. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».